Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня уже 3 августа 2019 года. Поросятки у меня уже им 3 недели. Поросятки уже начинают кушать все, что видят. И помимо маминого молока, подъедают уже хорошо. Хорошо у меня подъедают и дерть, обычную дерть. И видите, он травку. Так вот, что я хочу сказать. Свиноматка уже третья поросенок, там, или четвертая. Свиноматка большая, хорошая. Поросяток было немного. Ну, порода как бы мясная. Свиноматка она у нас Петрен. Ну как, не чистый Петрен, естественно. Я ее родословную не знаю. Ну, по визуально как Петрен. Папа был Андрас с ушами, закрывающими глаза. Папа был тоже огромный. Ну, соответственно, поросятки, в принципе, растут быстро. Очень неплохо растут. Сейчас уже вес у них в 3 недели там около 7 килограмм. Больше 6, видите, он даже водичку пьют, научились пить. Хе-хе-хе-хе. О, тот самый умный. Кстати, очень удобно, когда вода не просто в корыто, знаете, в корыто свинка раз выпила, там перевернула, сходила в туалет в корыто, и все хорошо. Здесь же водичка всегда чистая. Поросятки, видите, какие чистенькие бегают. Все потому, что подстилка глубокая, навоза они не видят, запаха аммиака не нюхают. По лету, конечно, если обычное содержание на бетонном полу, то получается вонь стоит просто как в аду. Я просто заходил в свинарники, вроде и чистенько все, но воняет аммиаком невозможно. Продохнуть, глаза выедают. Здесь же такого нет, таких проблем. Может, отчасти из-за этого поросятки себя чувствуют очень хорошо, растут неплохо. Сейчас мы, видите, сейчас у нас травяное меню. При этом, обратите внимание, дерть, ну, естественно, дерть получает по норме там до 7 килограмм в сутки свиноматка, до 9, наверное, даже. Ну, если честно, она так много не съедает. Во время кормления ей надо побольше зерна. При этом постоянно есть возможность там нарвать бурьяна 2 раза в день. Вот она с удовольствием ест траву. Я бы даже сказал, траве она отдает предпочтение больше даже, чем дерти. Дерти, видно, приедается. Все время хлеб да хлеб не так интересно. Хочется и салатик съесть. Так, ну, в общем, к чему я это видео приурочил. Ну, во-первых, вес поросят хочу сказать. Вот в 3 недели они набрали около 7 килограмм уже. Некоторые чуть поменьше, чуть побольше. Тут-то дело такое. У каждого своя, как скажем, конституция. А ну давай, Илюха, возьмешь на руки. Сделаем пару фоток на OX, чтобы выложить. Буду вылаживать уже на OX. Для того, чтобы на продажу. Сейчас мы это сделаем. Так. Сейчас мы тут... О, вот того рыжего подними. А ты можешь мне определить, Илюха, посмотреть? Ну, давай сейчас посмотрим, сейчас фоточку сделаю. Блин, ну как-то так не очень освещение. Ну, камерка неплохая, сейчас подожди. Тихо. Все, Илюха, отпускай. Да. А ну, ты можешь посмотреть, сколько мальчиков, сколько девочек мне надо, чтобы определиться на это самое? Хватай их и откидывай за нее, чтобы мы не путались. Надо пару фоточек будет сделать. Я на камерке сразу клацаю в процессе съемки. А ну вот так, покажи мне. Тоже будет еще один. Ну, короче, поросятки очень и очень. Люк, подожди, что я не пойму. Подержи еще, подними его. Слушай, он мне сделал 3 фотки и больше не хочет, зараза, делать. Ну ладно, все, фиг с ним. Отпускай. Я нарежу потом из этого. Смотри, какие хитрожопые. Сразу мамку сосай. Скажи мне, сколько этих мальчиков, сколько девочек. Ну вот этот рыжий мальчик, он яйца торчат.
Ну, иди отсюда. Где-то. Не где-то, а точно мне надо. Мне надо на улице указать. Лёха, ну там 8 штук всё. Что там? Бери вот за уши, откиди назад и смотри. Что там? Яйца. Ну отбрасывай назад. Это девочка. Не, пацан, 2 пацана. Лёха, вот перебегаю. 3 яйца. Да, с тобой так наложишь. Яйца. Ну, 5 яиц и 3. Ну, или точно. 5 и 3. Ну, смотри. Короче, 5 мальчиков, 3 девочки. Да. Ну, на 3 недели поросята очень-очень хорошие. Тьфу, чтоб не сглазить. Поэтому я вывожу уже. Все, выходи давай. Только тень делаешь, закрываешь этот самый. Я выложу, сегодня выложу уже на OLX. И ссылочку на видео дам. Так что если что, уже предзаказ кто захочет сделать. Ага, поросята были проколоты 2 раза железом. Зубки были поломаны. Все, короче, что надо для них было сделано. Поэтому и растут хорошо. Вес набирают. Ну, в принципе, все более-менее ровные. Поэтому, возможно, даже доставка по району. Я могу на машине подвезти, если что. Цена будет не очень дорогая. 900 гривен буду выставлять за поросенка. Плюс, если кто-то там захочет взять всех сразу, еще и полтинник уступлю. Все, 8 поросят, из них 3 девочки, 5 мальчиков. Подписывайтесь на канал. На канал ставьте лайки. Мамочка, смотрите, какая бомба. Мамочка, конечно, здоровая. В общем, всего доброго.